А теперь к другим не менее важным темам. Рассмотреть вопрос о софинансировании Дагестана в рамках госпрограмм по переселению граждан республики, проживающих в оползневых зонах, в районы с благоприятными условиями проживания на территории региона. Этот и другие пункты вошли в постановление, выпущенное Советом Федерации по итогам дней Дагестана. Документ отражает то, какая помощь нужна республике со стороны федеральных властей. Вопрос с переселением крайне важен, ведь наш регион отличается высокой сейсмичностью. Своим мнением о вопросах, отраженных в постановлении, поделился главный научный сотрудник Института геологии Василий Черкашин. Понятно, что необходимо сделать некое техническое задание, некий такой документ, который позволил бы и Минстрою, и Минфину посмотреть на те проблемы и как бы сделается, тогда будет возможность получить эти деньги для решения этих задач. Вот в Минстрое мы очень долго обсуждали вопросы, были поставлены определенные задачи, которые мы необходимо решить в ближайшее время. В последующем, естественно, это вошло в постановление Совета Федерации, и понятно, что Совет Федерации будет поддерживать все начинания, которые связаны с опасными процессами, происходящими у нас в республике. И я надеюсь, что мы эти все проблемы сразу одновременно решить невозможно, но постепенно, я думаю, мы решим. И все-таки все сделаем для того, чтобы население Республики Дагестан проживало в безопасности.